Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня хочу заснять дорогу до моря. Вот мы вышли из отеля, из нашего. Сейчас пойдем на море. Мои уже впереди. Саш, сделай ручкой. Саша сделала ручкой. Женя убежала. Просто самой интересно, сколько же мы идем до моря. Идем. Ну, единственное, что мне не нравится, что здесь у них и проезжая часть, и для пешеходов. Вот это, конечно, минус всех курортных городов. Это я вчера вам показывала. Идем. Сейчас будем поворачивать. Люди, конечно, так оглядываются. Хотя у меня не было в мыслях их снимать. Так, сейчас будет проход к морю. Такие отельчики. Вот такие отельчики. Что, Женя? Ты снимаешь весь путь? Я хочу снять весь путь, прям до моря. Меня попросили. Женя, ну спину снимаешь. Ну почему мы идем? Я не спину. Чего? Катя? Да. Сейчас посмотрим. Вот мы идем. Вот магазин «Пятерочка». Через минуту 47 от нашего. Куда? Вот такие отельчики по пути нам попадаются. Евгений, ты, кстати, не поздоровалась с моими дорогими зрителями. Ой, есть пивняк «Утальяно». Я вчера так смеялась. «Утальяно». И вот проход к морю. Такой закрытый проходик. Здесь всякие палатки, сувениры. Такая палаточка. Вчера мы вечером гуляли, уже присматривали подарочки, сувенирчики для своих. Идем. Куда идем мы с пятачком? А кто из нас пятачок? Вернее, у нас Санька. Здесь вот булочки всякие, сладости. Вот мы вышли. Вышли. Туда. Супермаркет по дороге. Палатки кругом, палатки. Чурчхелла. Я вчера уже везде попробовала. У всех лучше мне понравилось. Там около нашего отельчика. Так, идем дальше. Народ уже идет. Время 9 утра. Вот такой магазин продукты. И вот мы подошли. Пляж Южный 2. Конечно же, сами знаете, Сочи, Адлер. Все, и здесь идет железная дорога по побережью. Там поезд едет, где приближаются поезда. Нужно очень аккуратно здесь. Переходим железнодорожные пути. И вот мы с вами у цели. Пляж Южный 2. И шли мы, не вижу, 3 минуты, что ли. И вот оно, морюшко. Ну, опять штормит немножко, но детям сегодня уже купаться можно. Итак, Адлер, 15 августа. А, уже пустили, даже выпустили лодки в море. Ну, народ уже есть. Ладно, пошли мы плавать.